Здравствуйте, дорогие друзья. Три урока в день. Если делать, все равно не успеешь. Только материалов есть по недельным главам, особенно про эти. Давайте не забудем важнейшую вещь. В этой недельной главе появляется благословение, которым по сегодняшний день благословляют отцы своих детей. Делай тебя Господь по дому Ефраиму и Менаше. Давайте начнем. Ночь перед обрезанием младенца у нас называется как ночь охраны. Есть традиция давняя. Собираются в доме, читают шма и произносятся благословения для младенца. Ангел, спасший меня от всякого зла, да благословит этих детей. Кто сказал эти слова? Они в нашей недельной главе. Это благословение произнес Яков, когда его любимый сын Иосиф пришел к нему, чтобы он благословил его детей. И несколькими стихами раньше, да, что сказано, что и будет благословляться в Израиле этим благословением. И по сегодняшний день так происходит. В то время, когда Яков благословлял Ефраима и Менаше, у него были уже дети, внуки и всякое, много было. Почему именно эти двое удостоились? Надо тут разобраться, тут что-то закопано по наши дни. Вернемся назад. Да? Первый раз он с ним встретился, тут еще что сказано. Увидел, он сказал, а кто это? Что значит, кто эти? Он занимался с Ефраимом, он знал прекрасно этих детей. И что он спросил? Он спросил очень важную вещь Иосифа. Кто, остались ли эти дети? До конца, это Раши еще говорил, кстати. Остались ли эти дети, которые выросли в Египте, которые были оторваны от него, от корней семьи, остались ли они верны вот той молитве Шма Израиль, тому пониманию единого Бога? Да? Они не занимаются там с великими учителями, они не были. Как произошло? Дети, которые выросли в чужой среде, без учебы, вне Иши, вне русла еврейской традиции. И остались они. И когда он узнал, что они остались верны пути Якова, он сказал, что вот тогда он действительно, он сделал их коленами и ими благословляются. Потому что он знал, что в дальнейшем его потомкам придется искать все, семена или там искры в совсем других странах, а совсем очень мало останется людей, тех, кто будет в тепличных условиях жить. Еще имена. Менаше это забыть, да, это Бог позволил забыть, но все равно это взгляд в прошлое, его как бы надо, нельзя отсекать, он есть. И второе, это Ефраим, это направлено в будущее, и поэтому что происходит дальше? Есть еще один вопрос тут. Яков, 17 лет написано, который жил в Египте, это настоящая жизнь, названа Хаим жизнью. Разве это нормальная жизнь? Ну, как бы, он жил у Авраама, жил, и почему эта жизнь? Тут очень такие важные вещи. И вот отвечают мудрецы, что жизнь любого человека, это не просто существование, а выполнение миссии, ради которой человек приходит в этот мир. И вот, находясь в Египте, придя в Египет, Яков увидел и понял одну важнейшую вещь, с чего мы начали. Что именно Иосиф и его дети, Ефраим и Менаше, да, именно эти, их миссия принципиально другая. Она отличается от жизненной задачи его и его великих предков. Да? Потому что они жили в стране Израиля. Они должны были остаться теперь верными своему Богу и своими идеями, показывать образцы праведности, творить добро, улучшать мир. И все это в окружении, которое является не просто враждебным, а активно враждебным. И что бы ни делали потомки Ефраима и Менаше в этом окружении, все равно скажут наоборот. И тем не менее, именно это и есть настоящая жизнь. Это и есть выполнение жизненной миссии. Это увидел великий Яков. И поэтому он увидел и сказал, что вот благословляться будут Ефраимом и Менаше силой тех людей, которые смогут выстоять даже в таких негативных условиях. И поэтому он увидел, что его жизнь называется жизнью здесь по одной простой причине. Он увидел и тех детей, которые росли с ним в Израиле, и понял, что из них могут вырасти великие колена. И тех, которые, к сожалению, были оторваны, и тем не менее оставались таковыми. Поэтому все зависит от нас, а еще хуже, все зависит от дедушек, бабушек и родителей. Знаете, есть, говорит, что если какая-то проблема не решена, они мало молились. Или когда человек, который неожиданно приходит к религии, говорят, о нем помолились. Чтобы за нас всех хорошо помолились там наверху, брахава от слаха.